Администрации Твери торжественно наградили победителей конкурса на лучший проект по благоустройству парка текстильщиков. Накануне завершили рассмотрение концепции развития этой зоны отдыха. О том, какой может стать территория, расскажем далее. Открытый творческий конкурс на лучшую концепцию по развитию парка текстильщиков администрация города объявила еще осенью. Прежде чем собрать за этим столом победителей, комиссия 2 недели выявляла лучших из лучших, внимательно изучив до этого работы всех участников. Очень отрадно, что в этом конкурсе активное участие приняла молодежь. Студенты, которые предложили интересные архитектурные решения, наработки, они обязательно найдут отражение в техническом задании при проектировании. Мы решили поучаствовать в этом конкурсе, так как мы живем в районе, в котором находится парк, и решили, что его надо срочно обустроить, так как сейчас он находится в плохом, не лучшем состоянии, и решили его реорганизовать, чтобы людям было куда сходить. Олег Алексеевич здесь? Первое место и призовые 20 тысяч рублей получила группа студентов Тверского государственного университета. Оказалось, что почти всех участников объединяет то, что все они любят гулять в парке, знают, как он выглядит, и хотят изменить его к лучшему. Там проходить даже, наверное, страшно, вот по моим меркам. То есть там есть один каток, и люди до него добираются, наверное, только через центральный вход, потому что... Я предлагаю, во-первых, облагородить, сделать больше пешеходных зон, чтобы люди могли гулять, естественно. В первую очередь, конечно, надо сделать, убрать весь сухостой, почистить подлесок. Это как бы первое очередное, что нужно сделать. А так у меня разбито по зонам, идет зонирование. Самое главное – это зонированная, это спортивная зона, потом зона классического парка регулярного, который существует. Главная идея – это сохранение и добавление современного. Имена победителей и призеров уже опубликовали на сайте администрации Твери. На одной из самых крупных территорий для отдыха в Пролетарском районе предполагают обустроить не только детские и спортивные площадки, но и зону для променада, летний кинотеатр и даже розарий. Все предложения учтут, когда будут разрабатывать проект по обновлению парка.